Всем привет, ребятки! У нас сегодня бунканы, сет какой-то там сливочный и стейк рибай, да? По-моему. Вот такой кусман мы сейчас разрежем, тут уже сок потек. Я надеюсь, он не резиновый, как я сделала. Настя уже все сожрала, как всегда. О, да. Видно? Вот, отлично. Соус здесь брусничный, по-моему. И ешь, что ты сидишь? Пусть снимает. Она сама же снимает. Всем приятного аппетита. Соль-то с перчиком. Очень вкусно стоит. Очень. Дай мне получить, пожалуйста. Вот, они видно? Лосось, короче. Очень вкусные бунканы. А ресторан называется Васаби. Васаби. Можешь попробовать мясо? Стейк очень вкусный. Чили фреш какой-то, короче. Я сперва тут, потом тут. У нас еще есть вот такие мидии запеченные. Чили фреш есть точно. И лед. А это что? Чука. Все фу. Ну свинья. А же мне чего говорить? Маленькие палочки. Тоненькие. Вот мои серебряные, самые опытные. Мы тут уже третий раз сидим. Я третий. А нет, я тоже третий. Идеальная прожарка. Заказали средний прожарки, короче. Thank you.
Ну вот. Немножко так перекусили с вами, показали, какой здесь стейк. Такие здесь бунканчики. А, медюшин заценила я. Ты не фукай, когда едят еду. Не имей такую привычку. Ну все, ребят, спасибо, что покушали с нами. Да-да-да. Пишите комменты, ставьте лайки. Всех обняли. Всем пока-пока.